Медицинские работники завершили второй этап вакцинирования от коронавируса. И теперь очередь за педагогами. В числе первых получить прививку вызвались учителя средней школы номер 60. О том, как проходит вакцинация и как себя чувствуют педагоги, расскажет наша коллега Динара Абдуалиева. Победить так надоевшую всем болезнь коронавирус можно только путем вакцинации. Такого мнения придерживаются учителя 60-й школы. Учебное учреждение проводит обучение в 3 смены. Переполненное здание сейчас принимает большое количество учеников. И именно поэтому получить укол сейчас педагоги считают своим долгом. Из истории медицины и биологии мы знаем все, что путем массовой вакцинации наше государство, в целом весь мир победил многие заболевания, которые существуют. Одним из этих, допустим, скажем, что это туберкулез. В нашем государстве, в целом на планете, нет эпидемии туберкулеза. Благодаря чему? Благодаря тому, что мы с раннего возраста прививаемся, получаем прививки, вакцину. То есть. Получив прививку, учителя отмечают у себя стабильное состояние здоровья. По их словам, пока их ничего не беспокоит. В первую очередь, говорят педагоги, необходимо думать о том, чтобы не заразиться коронавирусом, а не о симптомах после прививки. На данный момент у меня сидят все мои ученики, и я думаю, то, что здоровая нация – это будущее Казахстана. Я согласилась, да, первое, потому что я за здоровый образ жизни, и так как я работаю учителем, я думаю, то, что я должна взять эту вакцину. Да. На данный момент в школе трудится 250 учителей. По результатам опроса 12% из всего состава изъявили желание вакцинироваться. Остальные получить укол не отказываются, а хотят понаблюдать за теми, кто уже привился. Динара Абдуалиева, Аманжолайт Магомбетов, телеканал Актобе.